Экипаж команды «Новгород Автоспорт» одержал победу в очередном этапе чемпионата России по ралли-рейдам, который прошел в Астраханской области под флагом автосоревнований «Золото Кагана-2020». Недели подготовок, несколько дней стартов по жарким степям и вязким барханам и финиш на пределе возможностей техники и людей. Эмоции и впечатления от первой послепандемийной гонки у финишной арки в репортаже Татьяны Тынкевич. Команда «Новгород Автоспорт» на соревнованиях по ралли-рейдам «Золото Кагана-2020» была представлена тремя экипажами. Но в финальный день на старт вышли лишь два. Машина Богдана Вавренюка и Руслана Масалова выбыла из гонки по причине серьезной поломки. Четвертый, последний этап соревнований протяженностью 264 километра дался всем участникам непросто. Первыми из команды «Новгород Автоспорт» финишную арку пересекли Алдис Вилсонс и Александр Горьков. Ну как оно, Алдис? Ничего, сегодня копали. Да? Да. Не было так, чтобы без этого хотя бы. Покопали минут 10-15, и трапики, и соперники вышли вперед. Было интересно догонять. Маленький стресс был сразу, но потому что потеряли где-то минут 10-15 на этом. Потому а это было начало дистанции, еще одна такая ошибка, и все могло бы радикально меняться. Значит. Но вы их обошли? Можно как бы прибавить. Все хорошо, так что можно передавать привет великому Новгороду. Все, что могли, сделали. По-настоящему поволноваться пришлось за второй экипаж нашей команды. Финальный день для Антона Мельникова и Антона Николаева оказался самым сложным на этих стартах. Линию финиша они пересекли за 4 минуты до окончания контрольного времени. Дождалась? Да. Молодец. Папа говорит, быстро едет, сейчас приедет. Ну как она там? Ну, испытание. Испытание было конкретным. Сейчас где-то мы видели, вы долго вот стояли там. Что там случилось? Это 30 метров, так скажем, совершил ошибку и залез в воронку, в песчаную, откуда было очень сложно. Но мы сами без помощи выбрались. И вот за 4 минуты до норматива времени финишировали. Класс. Молодцы. Сложная гонка. Как вообще Каган-2020? Что о нем можете сказать? Она очень тяжелая, эта гонка. Она не для нашего класса, не для Т2. Ну, все в равных условиях, но говорю, очень тяжело. Поздравляю с финишем. Спасибо. В итоге в классе внедорожников экипаж команды «Новгород Автоспорт» на «Золоте Кагана» и очередном этапе чемпионата России Алдис Вилсонс и Александр Горьков заняли первое место. Антон Мельников и Антон Николаев – пятый в абсолюте. Татьяна Тынкевич, Михаил Серов. Новости Новгородское областное телевидение.